Значит, следующее задание, значит, представили, что нас противник атакует левым прямым полу, и мы выполняем защитное действие, как бы уклон вправо со встречным ударом левым туловищем. Значит, становимся, вот представили, на нас идет атака левой прямой голову, и мы резко встречаем левым в туловище с уклоном вправо. Опять стали, ждем, готовимся, потом раз, встречный левый в туловище. Опять с уклоном чуть вправо и выполняем встречный в туловище. Раз. Раз. Также в эту сторону встали. Раз. Туловище. Рука на уровне параллельно полу, да, ударная часть четко в область живота. Раз. Раз. Наклоняемся вправо под левую руку при воображаемого удара противника. И еще раз здесь показываем. Раз. Вот, резко под ударом. Делаем выпад чуть вперед и наклоняемся вправо.